Привет, друзья! Показываю вам, как я возвращаюсь домой с работы. Вот у меня работа в Шанклине, а я еду сейчас в Райт. И покажу вам эту дорогу. Я вам еще не показывала. Вот сейчас покажу. Дорога порядка 10 миль. Вот занимает 20 минут. Ну, дорога такая живописная довольно-таки. Сейчас с вами посмотрим. Знаете, что хочу у вас спросить, друзья? А вы платите чаевые? В отелях оставляете горничным чаевые, когда вы где-то отдыхаете? Вот вы знаете, я к своему стыду никогда не оставляла. Вот меня, наверное, боженька наказала, потому что сейчас, когда я эти номера убираю несчастные, я же, как я вам уже сказала, на все руки от скуки в частном этом секторе, в частном нашем отеле. И поэтому вот сейчас у нас разместились гости в понедельник, я их разместила на ресепшене, а теперь у меня на ресепшене там особенно никаких дел нету, и поэтому я вот убираю номера. Ну вот, у нас в понедельник был выезд, очень-очень занятый, busy day, как говорится. Нужно было все-все номера заменить, постели, все убрать, все помыть, все привести в порядок, все, весь сервис. Ой, ну, в общем, вы знаете, что это такое, это ужас. Для меня, конечно, самое трудное – это кровати застилать, потому что двухспальные кровати огромные, king size, double size, и вот эти вот пододеяльники, боже, одной, как это трудно, вы не представляете. Ну и вот, и получилось так, что у нас три этажа, я вот на этаже... Ой, поворачиваю, у меня рука, я держу свою камеру в руке, совсем уже, конечно, надо было поворотник включить. Вот, так что получается, про что я говорила. Три этажа, я на самом верхнем, на третьем. Два этажа убирают другие женщины. Так вот, у них в понедельник, когда был выезд, и когда мы меняли белье, это выезд называется, первая группа выезжает. У одной было 27 чаевые, составили 27 фунтов, а у другой 22. А у меня, друзья, вы не поверите, 2 фунта там с 20 пенсами мне кто-то там мелочью насыпал. И, в общем, вот и все в моих 10 номерах. Я в шоке, потому что... В общем-то, это, конечно, какая-то небольшая, но прибавка. И, конечно, хотелось бы больше. Поэтому вот сейчас посмотрю еще. Но вы знаете, я так, конечно, вот эти понедельники, которые очень трудно все убирать, это очень тяжело. А потом вроде и ничего. Вот сегодня с 9 до 11 всего 2 часа там сервис посмотреть, поменять, убрать какие-то... Какие-то поменять пакеты, какие-то добавить, может быть, чай, кофе. Ну, вот такая ерунда. Поэтому это занимает очень быстро, недолго все это происходит. Ну и, в общем, неплохо. Единственное, конечно, вот у нас понедельник и пятница. Вот. А вообще, сегодня попрохладнее у нас, друзья. Вчера было 30, и всю неделю было 30, а сейчас попрохладнее, сейчас 24 на градуснике. У меня ветерочек такой приятный, бриз, поэтому вот я еду домой. Я вам камеру включила не с самого начала, ну, потому что 20 минут тут, я не знаю, наверное, делать нечего особенно. Хотя, может быть, когда-нибудь покажу вам и полную свою дорогу. Что-то еще новенького расскажу, друзья. Вы знаете, вот у меня все спрашивают позитивчик. Очень мне нравится, конечно, на позитиве быть, но не всегда получается. Вот вчера устала так, что аж сердце заболело. Вы знаете, все-таки
как-то кто-то говорил, ну не зря дают пенсию в 55 лет, а если учесть, что в 60, а мне уже больше 60, и если учесть, что... Ой, продолжаю работать, да еще такая трудная работа, у меня защемило сердце от жары, от всего этого, под градом льется. Так что все это дается с трудом. Ну вот посмотрю, если чаевых на следующую неделю не будет, наверное, буду очень расстраиваться. А вообще сделать-то нечего. Но я, вы знаете, я все так мыла, я все так им там убирала, я таких красивых им там скрутила зайчиков, я уже вам говорила, на постели. И они мне ничего не дали, бессовестные. Хотя обычно англичане, конечно, дают чаевые. Ну вот, раз на раз не приходится. А грязь, конечно, оставили такую, что вам не передать. У меня 4 трехместных номера. И остальные двухместные, одноместных вообще нет. Есть двухместные double bed, есть двухместные 2 single bed. Вот, из 10 номеров. Вот так. Короче, друзья, вот, посмотрим, выдержу ли я месяц, потому что трудно. Что еще вам рассказать? Пишите комментарии, кто интересует, кого что интересует. Я, по-моему, вам говорила, какая зарплата у меня будет. Зарплата будет в районе 500-600. Это в зависимости от того, все-таки сколько я буду там перерабатывать часов. Но если еще учесть чаевые, то так бы и ничего, конечно. А без чаевых, конечно, совсем плохо. Ну все, друзья, я уже, считайте, практически приехала. Мне неудобно одной рукой. Пока-пока.